Друзья, всем привет! У меня сегодня классная новость. Сегодня мне пришел с нашего Китая такой вот нейлоновый пакет. Ну, это мешок для пивоварен. Вот. Короче, у меня, как пишут, 150 микрон ячейка. У меня он на той сетке 80 микрон, большая ячейка, а это 150. Это уже намного, ну почти в два раза меньше ячейка. Вот, я ее хочу именно сюда поставить, точнее ее поставил, потому что я хочу, чтобы в пруд выливалась идеально чистая вода. То есть там она грубая очистка у меня будет, а здесь совсем тонкая, потому что с биопленки, биопленка, которая отпадает, вот, там совсем мелкая, поэтому как раз для мелкой очистки. Вот. Буду смотреть, как она работает. Мне она очень нравится по сравнению с колготками, потому что ее легко чистить. Вот, допустим, ту сетку нейлоновую я просто поднимаю, с нее вода стекает. Вот так комочек делаю грязи и просто сеткой так, оп, выкидываю, и она вылетает. Вот так отряхнул, и можно обратно ставить. Ну, я промываю, занимает это буквально полминуты. Вот, а колготки мыть — это целая эпопея. Там их пока не вымоешь, толку от них не будет. Вот, поэтому вот такая вот штука. Буду смотреть, как она будет справляться. Вот, и, соответственно, вам буду сообщать о результатах. Но я на нее ставлю большие-большие результаты, грандиозные. Вот. И если она себя отлично покажет, я закажу 200-ю. То есть я 150-ю, наверное, туда поставлю, а 200-ю сюда, чтобы совсем избавиться от взвеси, которая есть. Так что вот такие вот дела. Будем наблюдать. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, предлагайте. И увидимся в новых видео. Пока!